Мирно приказы выступить на охрану государственной границы Республики Беларусь. Вид пограничного ряда дозора. Вечером 21 июня 41-го все было как обычно. Такой же наряд заступил на ночное дежурство. И вдруг в тишине дозорные услышали гул летящих самолетов, а по реке на лодках уже переправлялись немцы. Бойцы успели поднять тревогу, но сами погибли. Три десятка пограничников под командованием лейтенанта Виктора Усова заняли позиции в траншеях и приняли свой первый и последний в жизни бой. Если говорить о немецкой армии, то у них на вооружении были танки и самолеты, с которыми они нападали на нашу страну. В то же время советские пограничники держали в руках только ручные винтовки и несколько пулеметов. Но тем не менее, пограничники сдерживали оборону до 12 часов. Хотя по плану «Барбаросса» на захват пограничного состава давалось всего 30 минут. Пограничники отбили 7 атак противника, но уже к обеду 22 июня в живых на заставе не осталось никого. Теперь здесь братская могила. Почтить память героев минутой молчания приходит каждый, отправляясь на охрану границы. Есть на заставе и музей. Его сотрудники по крупицам собирают экспонаты с места сражения. Их уже больше 500, и новые продолжают находить до сих пор. Самый ценный – это личный револьвер Виктора Михайловича Усова. С этим револьвером он всегда ходил. Его нашли спустя 10 лет после войны. Как видите, барабан пустой, что значит, пограничники сражаются до последнего патрона. Этот револьвер командир Усов так и держал в руках, когда его останки обнаружили в засыпанном окопе рядом с казармой. На месте гибели теперь памятный камень. Именем героя Советского Союза назвали заставу. Его имя навечно внесли в список личного состава. А в казарме символическая кровать, как напоминание. Первый командир, будто ангел-хранитель, всегда рядом. Когда ехал сюда, еще не осознавал, что я буду служить на первый пограничный состав героя Советского Союза. Когда приехал сюда, понял, насколько это на самом деле ответственно. Поначалу было как-то сложно, непривычно. Постепенно привыкаешь, и что рядом за вами наблюдает постоянно днем и ночью лейтенант Усов Виктор Михайлович. Застава выросла и превратилась в стратегически важный объект. Стоит на стыке границ сразу трех государств – Беларуси, Польши и Литвы. Охранять 20 километров территории съезжаются лучшие новобранцы со всей страны. Но она остается уникальной. Спустя почти 80 лет единственная в Беларуси стоит на том же месте. Пограничная застава 41 года – это единственное здание, которое сохранилось сейчас. Раньше там было... казарма, административные здания. Сейчас же это хозяйственные помещения. Остальные здания здесь были достроены позже. На данный момент пограничная застава – это современный комплекс зданий и сооружений, обеспечивающий надежную охрану государственной границы. Память о прошлом здесь берегут. И несмотря на особый режим объекта, открывают двери для всех, кто хочет узнать о героизме гродненских пограничников. Каждый год на заставу приезжают десятки делегаций и экскурсий. Здесь снимают фильмы, организуют на лето патриотические лагеря, чтобы помнили, пусть об одном, но великом подвиге предков. Надежда Завиновская, Александр Бажуков. Наши новости. Гродненская область.